Мы на Яковлева 1А. Это левый берег Красноярска, железнодорожный район. Именно в этом доме накануне 19-летняя красноярка застрелила своего отца из помпового ружья. После этого девушка с оружием под пальто вышла во двор и направилась в сторону 31-го детского сада. Идти от этого дома до детского сада примерно километр. Девушка перешла улицу Новосибирскую, прошла торговый центр и подошла к детскому учреждению. Почему девушка решилась на убийство отца, достоверно неизвестно. Незадолго до инцидента красноярка полностью сменила имя. Кроме того, Полина Дворкина, так по новым документам зовут девушку, получила разрешение на оружие. По некоторым данным, она владела гладкоствольным многозарядным помповым ружьем МП-135. К детскому саду номер 31 на Минжинского красноярка подошла около 2 часов дня. Она позвонила в домофон, представилась, сказала, что пришла забирать брата. Ей открыли дверь. С оружием за пазухой красноярка вошла на территорию детского учреждения. Прикрывая ружье черным пальто с 20 патронами в карманах, Полина Дворкина вошла в группу. В детском саду был сон-час, все дети спали и находились в кроватях. Подозрительную девушку заметила педагог по физкультуре, бывшая хоккеистка «Бирюсы» Наталья Стус. Она увидела торчащее из-под одежды оружие и повалила девушку на пол. Во время борьбы ружье случайно выстрелило в стену. Вторая воспитательница Ирина Шабанова помогла скрутить нападавшую. Женщины удерживали ее до приезда Росгвардии. В детском саду никто не пострадал. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время вымученица задержана и доставлена в отдел полиции. Производится разбирательство. На месте происшествия работы следственной оперативной группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По сообщениям СМИ, в отделение полиции Полину Дворкину доставили в невменяемом состоянии. По словам очевидцев, в детском саду она кричала, что там принижается роль женщины, а рожать детей должны мужчины. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Дворкина объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам. Как рассказали в Следственном комитете, за 3 дня до инцидента красноярка пыталась устроиться на работу в 31-й детский сад. Однако вакансий для нее не нашлось. Действительно ли она хотела устроиться воспитателем или приходила осмотреть, правоохранителям еще предстоит выяснить. Уже известно, что педагогов, которые обезвредили девушку, приставят к награде. В отношении 19-летней Полины Дворкиной возбудили уголовное дело. Она задержана по подозрению в убийстве и в покушении на убийство малолетнего. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. Игорь Шишкин, Владимир Антонов, Новости ТВК. Наша редакция выражает соболезнования Наталье Кечиной, ее родным и близким. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы она могла справиться с этой трагедией.